1,71 м, возраст 18 лет. Зовут Татьяна, учусь в БГПУ имени Максима Танка, факультет специальное образование, логопедия, психология. Максимович. Да. Рассказывайте, что вы можете, что вы хотите показать нам? Ой, ну, конечно, после девушки передо мной, это будет трудно что-то сделать, удивить. Ну, тогда уходите. Это же конкурс. Ой, ну я не знаю, что показать. Так все, мы сдаемся? Нет. Ну, не знаю. Давайте начнем с дефиле. Хорошо. Да? Давайте. Микрофончик там где-нибудь положите, поближе к стеночке. Только не наступайте на него. Что-то вы нам все-таки покажете, чем-то удивите, потому что кроме внешних параметров нам бы хотелось заглянуть в ваш, сюда, вот, в вашу душу. Да, конечно. У вас есть хобби какие-то? Да, вот раньше занималась тоже восточными танцами, но это было, правда, давно. Да. Вот, делали коллекции свои, то есть как бы показывали, но это был кружок такой. Вот. Ну, сейчас можете что-то показать, просто не тратьте время наше и ваше, что-нибудь. Хорошо, что-нибудь тоже из восточного, ну, не судите строго, как бы. Танцевать будете, да? Ну, без музыки, просто пару движений. Ну, да, давайте, покажите, давайте. Может, вам музыку включить? Да ладно, ты... Все, Таня, спасибо. До свидания.